Юлиана мечтает за 2 месяца избавиться от 30 лишних килограммов. Настроена решительно. Летом отпуск, хочется быть красивой. И, ну, все-таки у меня всего лишь 27, и хочется позаботиться о своем здоровье. А здесь как бы так получилось, что все в совокупности. Медицинское обследование организма, рекомендации по питанию, еженедельные встречи с врачами и регулярные тренировки. Все это ждет участниц в проекте «Худеем вместе». Вы такие красивые, смелые. Я надеюсь, что результаты покорят не только вас, но и всю Тюмень. Организаторы уверены, просто похудеть – полдела. Важно изменить и свое внутреннее состояние. Поэтому с участницами всегда на связи психиатр. Конечно, срывы бывают очень часто. Особенно это первые 2-3 недели. Наблюдаются такие расстройства сна, расстройства настроения, то есть психологические какие-то моменты. Все решается ситуационно. То есть то, что какая проблема будет, такое и будем решать. Я планирую оказывать психологическую помощь в режиме онлайн. А также у нас будет 2 сеанса рациональной психотерапии в начале проекта и в конце. Поддерживать девушек также будут терапевт и эндокринолог. Они заранее изучили особенности метаболизма участниц и уже дали первые рекомендации. Во-первых, ставить реальные цели, я считаю. Затем нужно исключить медицинские причины, почему идет набор веса. И далее мы уже традиционные основы физиологичного правильного питания, то есть белки, жиры, углеводы. И, естественно, то есть как бы без кардионагрузки на первом этапе мы все равно не справимся. Подбодрил девушек на старте 5-го проекта розыгрыш призов. Теперь они порадуют себя шопингом и визитами к косметологу. К слову, участница, которая добьется лучших результатов за 2 месяца, получит вознаграждение – 100 тысяч рублей. Согласитесь, хорошая мотивация, чтобы число на весах с каждым днем становилось все меньше. За успехами девушек можно следить в социальных сетях по хэштегу «Худеем вместе 72».